подарок не забрал. Это бабуси с утра идут очередь к терапевту занимать, чтобы остальные посидели, попарились. Все, озябла бабушка. Вот и не последствия повышения пенсионного возраста, она просто даже до собеса не догребла. Олдрик, святой покоритель глубин, и это не что иное, как жидковатая какашка, судя по всему, потому что я думал, что это кракен вылезает, но теперь я вижу, что это дерьмо просто. А, это Олдрин, повелитель глубин, покакал, наверное. Сука. Ну и, собственно, главная интрига этой игры, главный босс, которого все вознамерились переухлопать, мрачный повелитель из оскверненной столицы Лужков. А, здесь он известен как гигант Йорм. О, создание персонажа, ни хрена себе. Здесь какая щедрость от разработчика, персонаж сразу в броне. Раньше они даже кожу, блядь, не давали. Какие есть предложения по нику? Ай, он не влез, он не влез. Открыто достижение, зажечь костер. А это уже немало в этой игре. Че-то подозрительно, блять, он там сидит. Где костер? Что можно сделать чуваку в железных доспехах деревянной дубиной, блять? Серьезно, что ли? Да ладно, нахуй. Я в одних трусах, блядь, какие боссы? Это чё, блядь, серьезно, что ли? Ой, началось в колхозе утро, блядь. На, сука, по говну, блядь, напинал его. Витой меч я должен, блядь, получать, когда я из него его вытаскиваю, а не когда даю ему пизды. Где витой меч, блядь? Декоративное, да, что-то, наверное? Лудлет Курвоблядский, он сказал, или я что-то некорректно не так прочитал. Я обуглен. Ты не обуглен, ты обрублен, блядь. Пополам причем. Братуха, вниз можешь пыхнуть? Тут тоже ходит. О! По красоте. Все, пизду, отсюда свободен. О, еще какое-то говно выпало. Потихоньку одеваемся в Версачи, да? Тихо-тихо, разогнался. Спокойно, спокойно. С тестовым весом бегать нельзя, сердце может не выдержать. Я бы назвал этот город Сараево. Толстушка, блядь, иди в оперу пой. Монсеррат, ёпки. О, нихуя у нее приемы. Она знает свои сильные стороны. Впереди клад. Душа путешественника, охуенный клад. Я уверен, что вот эти люди, которые ходят с миноискателем по лесу, они ищут именно душу путешественника. Вилы. О, блядь, что такое? Что это было-то? Блять, жирная пиздота там стоит, пуляется. Чемпион пепла, бля. Звучит как король говна и пара, чувак. Ну пиздец, ну как не достал? Ты заебал, блять, рахитозный, сука. Где моя рапира? Да. Эту атаку запомнят надолго. Да ладно, завязывай. Ты чё, блядь? Бережно как уложила, да? Такой магией Альбус Дамблдор не владел. Да и палочки у него такой никогда не было. Пиздец. О, смотри, какая поза. Люблю, знаете, вот такую мешковину. Пока никто не видит. Друзьям расскажу, что модель была как обычно. Многие поставили Dark Souls, пробуют там свои силы. Играют они в него впервые. Спрашивают, как там сложность переключать, наивные ребята. Отличный удар в падении с последующим огребанием на 160 от чьей-то, блядь, ссаной кувалды. Обними его, слышишь? Он мешает нашей любви. А еще нашей любви мешает ее палка с шипами. Пиздец, блядь, рахит ебаный. Ну чё ж ты, блядь, кувырок-то не делаешь, ублюдок? Сука, ну уёбок, блядь, конченый. Такое лицо у него охуевшее, посмотрите. Чё происходит-то, блядь? А, это лучник сюда ебашит. Блядь, ебать, у него чё, стрелы разрывные, что ли? Заебал, какого хуя? Пидорас, блядь.
Ёбаные крестьяне, как вы заебали, пидорасы, блять, а? Я верю в лут. Да-да. А еще я верю, конечно, в то, что, блядь, у бревна, которое втыкается в землю, просто охуенный сплэш, который заставляет тебя лететь, блядь. Просто ебануться. Пойду босса отпищу. Перед тем, как приступить к битве с самим боссом, надо, блядь, пиздец, нахуй, заебись вообще. Какие-то пидорасы ходят, мешаются. Босс ваншотит, ебашит через всю карту. Блядь, узнаю руку мастера, охуенно. Пиздец, блядь. Начало игры. Каждый пидорас этот ебаный в своей рванине убивается, блядь, с 25 ударов, блядь. Их там 10 человек, блядь, сидит. Нихуя ты охуел! Куда он? Да заебал ли вы чё, блядь, твари? О боже! Он тоже там мычал постоянно. Как еблан. Ну а теперь, придурок. Ну ты еблан, пошел нахуй, дебил тупоголовый. Он и там был тупым, блядь, не знал, как ворота открыть. Я ебал, такой рыцарь. Блядь! Упс, хоть и тупой, но пиздиться, походу, умеет. Мой последний удар. Лут тоже мой, пошел нахуй. Давай. Давай подарочки. Я дрался с ебанутыми деревьями в первой части, но с такими, блядь. Все, я ему еботу всю разбомбил. И тут же начал огребать от обычного бомжа, блядь, который просто сзади подошел и начал меня пиздить. Что, ну, блядь. Но неужели вот это падение с высоты считается нормой? Хилок не хватит. У-у-у. Да, просто охуенный босс. На нахуй, на нахуй, пидорас. Уважай мой топор, ёпта. Я твою мамашу в лесу рубил. Так, яма опущенных. А, опустошенных. Время пришло, огонь. Время пришло в гости отправиться. Ждет меня старинный друг. Он добрый и славный. Мой друг самый главный. Ёб твою мать, ебака. Ох ты, блядь, нихуя себе. Это чё такое вообще за типок? Дружище, ты не охуел? Понятно, я все понял. Уголь. Как раз то, что я хотел с него выбить. Иди ты в пиздень. Открывай. Давай, блядь, под наляк, сука, на двери. Иху! Соси хуй. Так, ну что? А теперь давай сразимся, ублюдок. Знаете, в очко. В еблинское, смотри, как заходит. Это Dark Souls. Каждый проходит как может. Блять, страшно, нахуй, пиздец. Что они там делают? Ебать! О, какой видон, какой видон. По-моему, слева тёлка, кстати. Oh, ну, я так и понял, что это тёлка, блядь. Смотрите, глаз, глаз-то просто, блядь. Набитый, как это? Анри, Анри. Ну, Гораций меня, честно говоря, не ебёт. Анри, поговорим о нас с вами. Две шавки. Одна шавка. Священный фолиант из Карима. Изучить высшие чудеса. Понятно. Кольцо Морна. Усиливает чудеса. Но я ебу просто. Одно кольцо хуже другого. А если я сейчас к этому костру хочу спуститься, я что, неужели я умру? Быть такого не может. Я даже до воды не долетел. Клетки, спасайте меня. Нет, нормально. Нормально. Я проскользил по воздуху и приземлился. Упав с высоты просто, блядь, Empire State Building. А иной раз падаешь с одного этажа, и у тебя уже здоровье отнимает. Так нельзя рукожопа делать. Я понимаю, что в игре должны быть условности, но это просто порнография, то, что я сейчас увидел. Эти чувства припа... Это просто, блядь, Assassin's Creed прыжок веры. Только он мимо тележки ёбнулся и выжил.
Удар ногой на геймпаде, блядь, делается крайне уебански. В этом, блядь, основная часть проблемы битвы с этими уебками. То, что пинок, он просто, блядь, через жопу как-то срабатывает. Бил одного, ебанул другого, нормально. Пиздец, он еще, блядь, для того, чтобы ударить ногой, собирается с мыслями, стоит, смотрите. Эх, блядь, какой долгий удар. Просто, блядь, невыполнимо, нахуй. Когда надо, этот удар тебя подведет, блядь, будьте уверены. И это просто пиздец. Делать мобов, которые закрываются щитами, и не делать удар ногой на нажатие одной кнопки, блядь, в высшей степени тупое говно, блядь. То есть, комбинация нажатий для того, чтобы пнуть, блядь, пиздец. Пиздец, какое говно. Вот он, наконец-то, блядь, на нахуй. Бой с двумя какими-то уёбками в начале игры мне стоил 5 аптечек. Ниже падать, блядь, некуда просто. Я в падении об него ударился и отлетел, блядь. Пиздата. Ну, слышь, чемодан, блядь, охуевший. Пуф! Более унизительно убить меня было просто невозможно. Он дал мне, блядь, подсранника. Я крепко стою на ногах, сказал сидячий без ноги. Ты тише так, блядь, в очко-то мне. Это даже для Саши Грей много. Что я не замечаю, что удачная, блядь, какая-то там атака восстанавливает мне какие-то здоровья, блядь. Я этого всего не вижу. Как это, блядь, кольцо работает, вообще нихуя не понимаю. Это великая загадка, блядь, этой игры. Как тут даже как кольца работает, хуй поймешь. Блядь, эти обладатели кола осинового так дышат, как будто, блядь, Годзилла какая-то проснулась где-то. Блядь. Да ну ты охуел вообще, блядь, эй. Дружище, тебе что, похуй, что я тут уклоняюсь как-то, блядь, нет? Ну чё. Охуеть. Так, ну что, надо дойти до босса, что ли? Может даже рашнуть. Комок красного мха. Не знаю, что он делает. Это, наверное, доисторическая менструальная затычка какая-нибудь. Мхом. Это арена битвы с боссом. Вон висят какие-то яйца на деревьях. Возможно, это яйца босса. А ты еще кто такой? Ну, это берсерки, блядь. Это сет берсерка с него, наверное, лутается здесь. Нихуя он меня спать уложил. Пидорас. Ну, где бэкстап-то? Блядь, он заебал это делать. Ну, как с ним драться-то? Иди нахуй, ёпта, придурок, блядь, недоделанный. Это обычное правило прохождения Dark Souls. Сначала ты идешь по луту, потом уже идешь по куда надо. Радужный камень. Обосраться, вот эта находка. Вот, вот чья-то рука. Терминатор. Торчит из воды терминатор, который не смог погрузиться весь. Я не понял, а кто это спизданул мой лут? Почему этот сундук открыт? А вот, наверное. Вот тот, кто его забрал. Золотой свиток. Он нашел золотой свиток и помер от счастья. А что это такое? Это что за уебище вообще, блядь? Это что, ебать, за стиль боя такой? Говно ссаное, чё ты, блядь, а? Все? Доскакался, парнокопытное говнище? Мамки твои рога шатал. О! Стопэ. Сторожевые псы Фарона идут в атаку. Да, бич. Хозяин углей. Ну чё, хозяин углей? Держи свой хрен бодрей. Просто заспамил. Всегда считал PvP Dark Souls редким дерьмом. Эту падлу мы знаем. А, фирменная атака. Ну как поймал-то, ты пиздишь. Ох ты, блядь, он камнями блюет, нихуя себе. Чувак, а чё ты жрёшь? А, я понял, это почечные камни, наверное. Блять, надо снимать это кольцо в пизду. Надоели эти вторжения. Куда, блядь, ты собрался, сука? А, вот он. Блять, веселый ковенант. Замочили. Кинглер, вот кто это. Краб-покемон. Пиздец, как попал. Ой, хорош, да все равно твой урон говно. Ну дай ты ему по клешне-то, ебаный в рот. Пидорас криворукий, заебанец, блять, а. Иди нахуй, ёпта, выпусти меня. Б,
Блять, то самое чувство, когда твой герой просто мудила ебаная, блять. Сука, дебил, так и не попал по нему. Пидорасина, пиздец, блять. Сука, пиздоруки гном, блять, уебок, а. Нахуй этот меч, блять, говна кусок. Блять, рот ебал, ну и говно, нахуй, а. Просто, блять, крабика ебаного не добить. Один удар, блять, не сделать. Ёб твою мать, а. На, ебать, по горбам, шлюха ебаная. Ну чё, как тебе? На, это выкуси говно. Я слышу звуки битвы какой-то ебанической кипят. Блядь, 10 тысяч душ. А-ау. Прощай, десятка душ. И чё? Типа это босс, что ли? Босс-абсос? Он только что из битвы, он уставший, это мой шанс. Нихуя ты, пафос. Пафос, блядь, потек из моих колонок. Манус, хранитель бездны, а ты, блядь, говно. А это что за хуй? Третий. О, они там все друг друга ебашат. На нахуй, сюрприз, мазафака. Это все? Это весь босс? А, это половинка босса. Половинку босса, пожалуйста, скажу я завтра в хлебном магазине. Да вы, ебать, что, ёбнулись, что ли, совсем? Я надеюсь, что это его праздник, это, торжественные похороны, бля. Ох, ебать. Да вы че, да ты шо, да ты шо, вообще, блядь. Блядь, вставай, пехота, вставайте, блядь, вставайте, подъем. Красиво, красиво, наши жонглеры огненные так не могут. Гомосечья морда, блядь, а. Ну, блядь, ну вот этот след огненный. Вообще не рано таких боссов-то, блядь, делать. Ну, он просто охуевший какой-то, блядь. Давай его бутербродиком зажмем. Ну, чё ты, блядь. А вот, вот эта хуйня, это вообще, блядь, пиздец полный. Какая нахуй, какой нахуй огненный след, блядь. Он-то здесь нахуя, я, блядь, вообще не понимаю. Совсем ебанулись, блядь. Так, усилим-ка свою защиту от огня. Давай, петушок. Это был очередной охуенный. Вот боссы, блядь, в Dark Souls намного, блядь, интереснее, чем в Bloodborne. Так, еще мне сказали, что у меня герой. Блядь, мой герой действительно похож на сморщенный кусок дерьма. Много обо мне услышал за это время. Да, мое сердце, блядь. Но могу предложить тебе сделать минчик за углом, блядь. Укрепить пламя пироманта. А что мне надо для этого потратить? Осколок титанита? Да пошел ты нахуй. Титанита ему, блядь, осколок. Поебалу могу дать. Где моя секира небес? Чувак, забей! Ты молод! Ты мог бы жить, чувак! Ух ты, блядь. Нихуя ты... Ты кем при жизни был? Учителем Чака Норриса, наверное, ёб твою мать. Пиздата. Вторгся, блядь, демон. Время умирать. Может тут, блядь, камень сейчас скатится какой-нибудь? Слышите этот звук? Я что-то такое предполагал, собственно. Блядь, она еще и назад ездит. Охуела твоя голова, что ли, совсем, блядь? Куда он, блядь, ускакал? Прыжками Газманова. Сука, я тебя догоню, блядь, в аду выебу, тварь. Ха-ха-ха, 10 тысяч душ. А я вижу. Вот она, срезочка. Охуенно срезка. Лишь бы здесь не было скелетов колес. Вот я их ненавижу, блядь. Блядь, это ебанутое место. Просто пиздец, какое говно. Просто ёбнуться, блядь. Просто ебанутость, нахуй, полная, блядь. Счастливо, нахуй. Где я оказался? Чё тут есть-то? Блядь, колеса, ёб твою мать. Так и знал, что они здесь будут. Картузская румяна. Чё это такое, блядь? Разрывающий эффект. Это чё за разрывающий эффект, блядь? Наверное, добавляет столько дамага, что аж ебало трещит, блядь. Костёр-то будет, интересно, где-нибудь? Заебал! Ты будешь нахуй стоять, блядь, на месте? Как к нему попасть-то, блядь, а? Пидорас, блядь, а? А, Б, С, Д, Е. Худший модификатор от силы. И третий. Как ловко я перечислил английский алфавит, не так ли?
Просто я настолько редко вижу модификатор Е, блядь, что... Е, бля. Модификатор Е, бля. Наверное, так это слово и придумали. Давай, ласточкой. Первый пошел, второй, давай, пацаны, давай, встаем. Вставай, моя бессмертная армия. Вперед на демонов из ада. Надерем ему задницу. За мной, пацаны. За мной. В атакен. Блять, а чё ты нахуй заебал на меня-то, блять? Он вычислил, что я главный в этой армии. Мимик за мной, блять. К победе. Нихуя мимик ему пиздярит, смотри. Ой, блять, мимик проебал этот бой. Пацаны-то его захуевертили, блять. Ха-ха! Лох ебать. Ну что, это был великий план. И он сработал. Даже мимика, блядь, на бой подтянул. Его даже догнать можно и удариться в него, наверное. Блядь. Опять герой сует свои пальцы везде, где они нахуй не нужны. А я должен расхлебывать эти блядские последствия. Ебать! Куда ведет эта лапа? Ёбаный в рот. Ебать, колотить. Охуеть. Размер не имеет значения, не так ли? Хуй ты своё ебало суёшь, своё костлявое, блядь. Давай, 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 на нахуй, спать, сука, пиздюк, блядь, обоссанный. Кстати, как тебя зовут? Тут такой-то. Лудлет изгнай. Инженер конвертерных печей. Не, отстойная. Тяжелая, как просто. Тяжелая, как моя судьба, ёпта. Я слился с окружающей местностью, ведь бочек тут дохуя других, да? Никто не скажет, что моя бочка какая-то неправильная. А тебя не наебешь, я смотрю. Вот ублюдок. Ебать! Нахуй надо! Блять, орут они... Блять, говна кусок, иди нахуй. Заебали эти козлы нахуй, реально. Ты тоже иди нахуй, колобашка, блять. О. Блять. Какие-то черные рыцари здесь, блять, пиздец. Абсосы, блять. Знай бэкстапик, нахуй. Пиздец. В очко три раза его проткнул, блять. Кого ты, блядь, в цель захватил, идиот, блядь? Ёбаный твой в рот, нахуй. Блядь, ну как нахуй теперь дорогу туда искать? Автозахват новой цели, это просто ёбаное, блядь, говно, нахуй. Придуманное каким-то пидорасом. Ну, пидорас, блядь, ёбаный твой нахуй рот, блядь, рогатый, а? Что мне, блядь, эта камера показывает? Я не понимаю, она, блядь... Может, нахуй, со стороны как-то бой транслировать, а не, блядь, показывать мне внутренности главного героя, блядь, крупным планом. Потому что нахуй это заебало уже, блядь, пиздец как. Дерьмо ебаное, блядь. Где бэкстап? В пизде бэкстап, блядь. Момки разработчика, нахуй. Заебца. И чё? Убийца рыцарей Цорик? Охуенный дамаг ему въебал, да? Не, мне такого, блядь, не завалить. Но у меня есть охуенный план, пацаны. Чё могу сказать? Знакомьтесь, ёпта, придурки. Делаем ставки, блядь. Мне кажется, убийца сейчас ему даст пизды. Наконец-то черный рыцарь понял, что я ему не главный враг, блядь. И убийца Цорика пиздюливается просто как шлюха ссаная, блядь. Кем он, конечно же, является. Блять, я куда нахуй я пришел, блять, пока, сука, пятился от этого пидораса. Ёбаный в рот, нахуй, а. Так, осторожно, мусор. Гаишники, наверное, стоят. Шучу, шучу. Пиздец. С ним не поразмениваешься. Блять, ты охуел, что ли? Ты чё, блять, Бэтмен? Ёбаный в рот, ну пиздец, блять. Ебануться, нахуй. Да ну пиздец, это, блядь, невозможно просто. Честно говоря, уже ездить, блядь, бегать сюда, вернее, заебало просто, блядь. Говно ебаное. Два обмутка, блядь. Перевес. Блядь, опять перевес, пиздец. Но почему перевес-то? Все же, блядь, нормально было. Давай хоть какой-нибудь, блядь, щит можешь взять?
Пиздец, нахуй, рот твой ебал. Ты заебал меня, ублюдок, блядь. Сука, герой, дегенерат, блядь. Рахитозный до кучи. Ебанат, блядь. Какие-то граммы там, нахуй, у него, блядь, сказываются прям на нем, пиздец, самым негативным образом. Я ж нихуя себе, щит, блядь, на 100 грамм тяжелее, пиздец. Ну, дамаг, я вам скажу, пиздец, конечно. Буся, завали-ка свою ебало, нахуй. Пиздец, как попал. Ну, это пиздеж чистой воды, блядь. Я стою, нахуй, у него прям под мышкой. Там, где он не машет. Поэтому этот дамаг, блядь, это чисто, нахуй, анальная совесть разработчика, на самом деле. Говорят, у нашу игру считают слишком простой. Давайте, блядь, сделаем какую-нибудь хуйню. Пиздец, пиздец. Викарий, ты что ли, блядь? Чтобы магам и лучникам было кого, блядь, убить нахуй. В сухую, блядь, придумали этого босса. Смотрите, как классно. Охуеть. Чуть пальцы на ногах меня отбил. Как он, чё он? Да ну нахуй, нет, я ебал. Чтоб, блядь, у того, кто его придумал, уже, блядь, рога такие же выросли, нахуй, когда в отпуск поедет, блядь. Пизду, нахуй. Невозможно, блядь. Камера показывает реально, блядь, его, нахуй, яйца, блядь, такое ощущение, что пытаются разглядеть. Что угодно. Я, нахуй, ничего не вижу, что он там делает. Я вижу, как мой герой, блядь, у него там, нахуй, междула, блядь, что-то мотыляется, пытается его пиздить. Так, ой, уебище, блядь. Вам не кажется, что если вы делаете такую игру, блядь, где у вас боссы, нахуй, размером с блядский небоскреб, то надо, блядь, как-то предусматривать и давать возможность отдалять эту ебаную камеру от его ебаных яиц, блядь, потому что пиздец. Мне их разглядывать вообще, нахуй, неинтересно, допустим. Нет, это хуйня полная, я слишком рано сюда пришел. О, нихуя-хуя, знаток кристальных чар, чуть такое. Пошел нахуй, короче. А все, что он может, это исчезнуть. Опа. И опять исчезает. Вот проститут, блядь. Заебал нахуй. Откуда там это взялось, блядь, а? Ебанутый босс, конечно, но слабый. А чё труп до сих пор не унесли, блядь? Ждёте, когда он пахнуть начнет? Пидорас, ну как попал-то? Ебать копать, ну нахуй надо. Ёбаный врор, как драться-то с ним? От таких замахов матросских хуй, когда увернешься, блядь. Пидрила. На нахуй. Сука, выкидыш летучей обезьяны, блядь. Пиздец. Ебануться. Блядь. Ну и уебанство нахуй, конечно, блядь, конченое. Я, блядь, ничего не хочу сказать, но это... Блять, ерод ебал, заебало. Нахуй делать такие лестницы по километру в высоту, ёпта. Ой, иди ты нахуй, а. О. Ну давай же, ржавое кольцо, камон. Пиздец. Дьяконы глубин. Ебать. Нихуя. Нихуя себе. Друзья мои, а вы не охуели? Это что такое? Охуеть. Какое нахуй проклятие? А чё за... Блять, я нихуя не понял этого босса. Какое нахуй проклятие? Чё, блять, происходит? Хули надо, ёбаный в рот? Нихуя не понял. Чё, блять, за хуйня? Короткий путь через кладбище идет. Ну и нахуй, не очень-то и хотелось. Блять, ебанутый короткий путь, просто ебанутейший. Наихуевейший, блять, короткий путь. В жизни такого, блять, уебанства нахуй не помню ни в одной части, чтобы... Короткий путь бы, это путь, блядь, длиной в 4 блядских километра, нахуй, по кладбищам, блядь, нихуя себе срезка. Вот это подгон, блядь, вот это сделали, молодцы. То, блядь, костры, нахуй, каждые 3 шага, то мозгов не хватило костер поставить, ёбаный в рот, блядь, а. Сука, в натуре они, нахуй, забывают их, что ли, блядь, расставлять или чё? Я вот вообще понять не могу, блядь. Где, нахуй, короткий путь?
Ой, блядь, короткий путь, нахуй, охуеть, ёбаный в рот, короткий, охуенно короткий, блядь, вообще, путь короче, кратчайший путь, пацаны, путь, блядь, короткий, вообще, бля, срезал, нахуй, вообще, блядь, нихуя я срезаю, ничего себе, блядь, просто спидра, чит, это читы для спидранеров, посмотрите, какой путь короткий, вообще, блядь, ебать, хуя себе, просто, как на самолете лечу, ёпта. Это пизда здесь бегает. Путь укорачивает, делает путь еще короче. Охуенный короткий путь, нихуя себе. Фу, кто бы мог подумать, что да, так, что так близко все. Пиздец. Короче, надо смело ебашить эту толпу, нахуй, и в пизду идти. Беготню от них. А, вот он уже и все. Который нихуя никому свою власть уже не отдаст, да? Жирный, ты, блядь, не охуел? Джаба Фэт, блядь. Приходишь в тяжелой броне и просто их хуяришь. Главное, блядь, не ссать, сука, этих пидорасов. Да иди ты в пизду, блядь, со своим веслом, уёбок, нахуй, конченый, блядь. Я только что 300, с 300 человеками дрался, блядь, просто. На, нахуй. Ты этого хотел, блядь, да, что тебе в очко вставили, блядь? Ну, я понимаю, в панцире, наверное, жопа чешется, блядь, думаешь, дай кого-нибудь. Доебусь до кого-нибудь. Храмовник ты у нас, пидорас ты, блядь, а не храмовник. Где поножи храмовника? Ебать, они весят, как КамАЗ просто. Я как бы ни на что не намекаю, но я только что, блядь, 300 человек отпиздил. Как тебе? Никак, да? Тебя вообще хуй впечатлишь, да? Заебись. Чувак, ты ее как, это? Не? Не дает? А в чем проблема-то, я не понял. От, сука, попадос. А вон там еще одна, смотрите, створочка. Лоскутик, пидорас. Вот черт замызганный, блядь, мамку твою делал. Блядь, лоскутик, я тебе очко порву, блядь. Ты какой раз мне уже попадаешься, шлюха обоссанная. Господа, я надеюсь, вы меня извините, потому что... Идите вы нахуй. Пидорас, блядь, сука. Под конь нахуй, пошел в жопу. Блядь, а че он так... У него ноги длиннее, блядь. Вообще, мне кажется, что если дать человеку, который играет в Dark Souls 3, задание в одном предложении описать эту локацию, не употребляя слов ёбаное и говно, он, мне кажется, не справится с этим, потому что, ну, кроме как ёбаным говном, назвать эту локацию как-то еще сложновато, потому что более тупого ёбаного говна я не видел давно. Запутанное все, блядь, хуй что запомнишь, куда чего идти, никаких примет абсолютно нету, блядь, и большинство людей, я думаю, плюнет к хуям собачьим на этого лоскутика, блядь, на всю эту вообще, блядь, пиздобратью, которая здесь есть вместе со всеми, блядь, сокровищами, скажет, что точно так же сказав, что, блядь, локация ебаное говно, и делать тут на самом деле нехер. Ха-ха, блядь, он кулаком еще добил, я ебал. Сейчас тебе ноги пошире разведу и выебу, блядь, давай. Ласточкой нахуй, хули ты закрылся. О, блядь, отлично, пидорас, блядь. Еще говна кусок на нахуй. Привет, ёпта. Ржавая монета. А, тебе смешно, да? То есть это, блядь, смешно, по-твоему, уёбок, блядь. Вот это нахуй смешно было, то что я 2 часа тут, блядь, хожу нахуй, брожу, блядь. Падай вниз, сука. А, дерьмо, блядь. На тебе пепел этого долбоеба. Жутко теплый, только что пизды получил. Иритил холодной долины. Где ты все это уже видел? Кто мне, блядь? Ёбаный в рот! Как не характерно для ДС-ки, что так неярко появляется эта херня. Обычно они прилетают, выпрыгивают. О, вот это ярко. Вот это красиво. Блять, за жопу сказал, пиздец. Да нахуй ты и пошел, блять. Как ты щит-то пробил, ублюдок? Я что-то вообще в ахуе. Че за говнище, блять? Щит вообще не остановил. Нихуя, ни, блять, ни копейки, блять, урона не остановил, ублюдок. А это кто такой? Ничего себе. Ничего себе ты, Альбус Дамблдор. Ничего себе ты, круче уже. Нихуя ты поджарил мою жопу.
Хуяси. Кому шашлыков? Что-то с ней, блядь, не так. Мне вот это нравится, ее смех. Ну, блядь, ну какого хуя, ёбаный в рот. Вот говноед, блядь, ослов ебавший, а. Заебал ты, блядь, придурок. Как ты заебал. Навозный пирог. Отлично. Да мой любимый пирог, я хочу сказать. Я вот когда, блядь, прихожу к какой-нибудь бабушке, блядь, на вокзале, пирожок купить, говорю, с говном есть? Она говорит, конечно, милок, у меня так-то все они с этим самым. Навозный пирог, это, блядь, Биг Макна. Потому что в мясо, в мясе в этом примесь говна, по-моему, очевидно. Ну, подсказка, пепел с экскрементами. Блять, смотрите, они нахуй навозных пирогов еще и в пепел насрали, блять. Заебали, а? Блять, да, рыцари, конечно, здесь вообще уже не те. Хотя вот тот пидор тот еще. Давай-ка, 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 давай-ка. Ох ты, блядь, какой джедай. Ничего себе. Ты крутой. Это у вас у всех мечи такие интересные? Или ты один догадался батарейку в ручку вставить, а? Блядь. Идите нахер, ублюдки. Ну, гандон штопанный, блядь. Ну кто такую магию, блядь, дает мобу, ёб твою мать. Пошли нахуй все. Ублюдки. Пойду убью вашего директора, блядь. Понтифик. Ну, кто бы мог подумать. Чё, никак? Не пройти? Сука, ты чё, блядь? Ха-ха-ха. Понтифик, мы вам не мешаем? Какой пол тут напидоренный. Понтифик, вы тут чё, полы полируете, что ли? Понтифик, я пришел исповедаться! Чё ты сразу, блядь, за меч за огненный схватился, блядь? А чё с него таргет-то сваливается? Хуя ты? Мастер Винду звонил, просил его меч вернуть фиолетовый вот этот. Отче. Отче, очень косые удары, блядь. Хули, дедушка старый, 150 лет уже, наверное, властвует в Ватикане. Понтифик, а вы мальчиков? Как? Скажи, весь детский хор ебем всем Ватиканом. Вау. Понтифик, блядь, крылья отрастил, нихуя себе. Понтифик, ты в люди X не собираешься вступать там со своими возможностями? Что это такое? Охуела твоя голова, понтифик. Вы никому уделали. Остался неповторимый, блядь, оригинал, нахуй, взбесившийся. Дай нахуй, пошел, блядь. Рывки такие, ебанулся, что ли, совсем в край? Все, пиздец. Из какого камина тут пускать черный дым? Объявляются новые выборы. Кто хочет быть следующим понтификом, подайте заявку. До четверга. Да хранит вас Господь, да ебут вас черти кочергой. Так, Я ебал нахуй. Охуели, что ли, совсем, блядь. Dark Souls скримеры, блядь, завезли. Ебать, я обосрался. Охуеть вообще можно, блядь. Это что за хуй там? Всадник без головы, блядь. И без лошади. Знаменитый всадник без всего, блядь. Ага. Какой ты умник, блядь. Ты вниз хотел, да, пихнуть? Вот уж шлепан, блядь. Пиздец, вот такие звуки. Вот такие хоррорные, блядь. Ёбаный в рот, что это такое? Я чуть не обосрался, блядь, что. Ну и локация. Блядь. Уроды пиздец какие. Хуя вас там повы... Это кто, блядь, сделал? А, хорошо. Ай, хорошо. Ну, блядь, сука. Блядь, еще один. Ёбаный в рот. У вас там казарма, что ли, за углом? Пиздец. Еще один. Текстуры, конечно, пиздец. Палеолит. Цепи сквозь. Звенья вытянулись, блядь. Надо же так на тебе сделать-то, боже мой. Вот если я тут аккуратненько. Да, хуятненько. Спасите, махуй, мыши, блядь. Навозный пирожок. Обалденно. Опа, чё за поза? Джиу-джитсу, блядь, какое-то нахуй.
Блять, какой мох нахуй, идиот. Главное, в гиганта не попади. Пиздец, что ты сделал, придурок, нахуй. Блять, отгрызите ему ноги, ебаные крысы. Сука, все против меня, блять, и мыши, и не мыши. Все, быстро он засыпает, даже петь ему не надо, смотри. Даже петинг ему не надо, ёпта. Да, суки, вы заебли меня нахуй уже в этой локации, блять. Куча мяса, просто куча, сука, мяса, блять, нападает. Пиздец, хомячки охуели. Ебать. Это когда крыса так прыгала, интересно, блять. Требуется жест? Какой нахуй жест? Пошли вы нахуй, блять, я чё, долбоёб тут 2 часа сидеть? Да, все отвратительные звуки исходят от этих уёбищ. Требуется женщина. Ха-ха-ха. Юмор про бабу интернациональный, видимо. Смелость? Нахуя здесь смелость? Блять. Вот нахуя. Блять. Сосите хуй, старая шалава. Просто я даже не знаю, как назвать этот вертеп старух с раскаленными кочергами, но это самый уебищный моб из всей, наверное, игры, который просто сжигает, блядь, здоровье героя одним своим видом. Я не знаю, какой долбоеб мог придумать такую хуйню, от которой вообще, по-моему, блядь, защиты нет никакой. Ну, пиздец, я вообще в ахуе. Я за сколько, блядь, за 2 части Dark Souls и за весь Bloodborne ничего более ебанутого не видел. Вообще ничего. Потому что, блядь, невозможно что-то более ебанутое сделать, чем моб, который дамажит одним своим видом. Это, блядь, настолько тупо, блядь. А мимик на них не нападет? Надо проверить эту теорию. Бейся с ними, уёбок. Говно бесполезное, это мимик, блядь. Киржаков! Ну, давай, впереди костер, пожалуйста, впереди враг. Блядь, какой нахуй враг? А, это старуха окаменевшая. Она не может быть врагом. Может. Это горгулья. Нахуй тогда отсюда. К этому разговору мы вернемся попозже. То костер на каждом шагу, то хуй, где его найдешь. А чё это на балконе? Понятно, блядь. Блядь, да пошли вы. Вы чё, охуели, что ли, совсем? Блядь, дать вам пизды или да? Ой, лень. Блядь, какой-то хуй вторгся, блядь. Заебали уже. Ёб твою мать, сколько их здесь. Нахуй. И где-то тут еще фантом, блядь. Пидорас. А это фантом вторгшийся. Ха-ха-ха. Торженец, опущенец ты, сука. Чувак, блядь, ничего себе нагнул меня. Блядь, еще один, что ли? Да я тебя вижу, блядь, мудак. Ну, естественно. Ну, естественно, блядь. Какой молодец, ебать мой хуй. Да, ковенанты делают эту игру, блядь, прям вот намного интереснее. Вот просто нахуй даже, блядь, говорить по этому поводу ничего не хочу. Насколько это тупое говно, блядь. Блядь, стрёмно, пиздец. Вот он здоровый. Пиздец. Борись нахуй, у тебя силы много, ебать. Ваншот. А, отлично, блядь. Отлично, подрались. Охуенно, я считаю, блядь, вообще. Лучший моб в мире. Отличное вообще место. Мне нравится. Костер далеко, как я люблю. Тут еще пидорский ковенант рядом. Блять, просто нахуй невозможно, блять. Ну пиздец, она лапкой задела, нахуй. Где я, что я, блять? Как нахуй? Ну, блять, разработчик в конец ебанулся, я говорю. Такие моменты, это, блядь, просто нахуй украшение всего геймплея, блять, это просто отлично. Это просто заебись. Так. По гробам можно спуститься. Тут главное суметь взять разбег. Рот ебал. Ну кто так делает, блять, а? Ну кто так делает, блять? Что ты и попал, блять, и хуй тебе одновременно. Дать душа хранительница огня. Тут других хранительниц нету, поэтому кому еще ее отдавать, как не тебе? Снять черную метку. Сколько, блядь, ты хочешь? Мантия хранительница огня? Вы чё, блядь, издеваетесь? Я не понимаю. Нахуй мне это нужно? Кольцо Эстуса. Ничего себе.
Нет. Блять, да, конечно. Это же Анор говно, блять. Куда же тут нахуй без лучников-то? Понаставили их тут, конечно, просто, блять, от души. Может, надо кольцо это одеть? Может, он что-то, блять, тут сделать даст? Надо призвать женскую логику. Я теперь могу делать мужчинам выполнять женские действия и наоборот. Ну что ж, колечко есть, дело за малым. Давай. И ебите меня. Вот она я. Суть основных женских действий, в общем-то. Идем в Марлон Брандо. Сходил в Анор Ландо, ебать. Первый же чмошник меня надъебенил здесь. Блять, когда нахуй, на что второй-то прибегает? На зовы первого, блять? Пиздец. Просто пиздец. Не, это, блядь, принципиально, нахуй. Я вам пока пизды не дам, я не уйду отсюда. Блять, ёбаный нахуй я прыгнул, блять. Ой, блять. А, они прямо лёжа меня отхуярили, блять. Даже встать не стали. Не дали. Я вот не могу лежачих бить. Я их только по ним только с прыжка попадаю. Но мобы могут. Ладно, в пизду Анор Ландо, значит, пойду к Йорму дальше. Да. Ну и хуйня, Ваномас первого босса убить не может до сих пор. Заебали вы своими фаерболами, нахуй уже, честно сказать, блядь. Пиздец как, нахуй. Ебануться просто, блядь. Да ебать я в нос, нахуй, а. Пиздец, ты охуял, что ли? Жирный, блядь. Ох, надоело, блядь. Ну, чтоб... Ой, блядь, ты-то кто такой? Олдрик Пожиратель Богов. Олдрик Пожиратель Богов — это баба в платье. Вот так. Клирик, который жрал людей. Игра под названием Until Dawn показала, во что превращаются те, кто едят людей. Ты чё нахуй застрела Амура, блядь? Ты чё, ебанулась, что ли? Ох ты, блядь, а теперь огненная. Да ты шо, блядь? Это, блядь, чё нахуй за магия, блядь? Просто, я знаю, как она называется, уебать. Такая большая красная кнопка, на ней написано уебать, нахуй. Она жмёт и уёбывает, блядь. Вы уёбнулись? Ну чё за хуйня-то, блядь? Какие нахуй стрелы, блядь? Пидорасы. Сразу, правильно, хули ждать. Я предлагаю начинать с этого сражения. Походу, пока босса убиваешь, надо молиться, чтобы она, блядь, эту магию не скастовала, потому что всё остальное у неё хуйня. Фу, пепел повелителя, душа Олдрига. Ну, я вам могу сказать, что пиздец. Я до сих пор не понимаю принцип работы этих стрел, блядь. Просто спамьте кувырок, надейтесь на удачу. Больше мне посоветовать, если честно, нечего. Это полный пиздец. Полнейший инфернальный разрыв очка. Я, блядь, просто охуеваю до сих пор, что я ее, блядь, убил с третьей попытки, блядь. Фу, блядь, ебануться, нахуй, боссы гнутся. Пиздец, вот это вообще, блядь, ебать. Ну и магия, нахуй. Взял вот этот лук, называется лук темной луны. Так, выстрел темной луны, у него магия. Это был выстрел темной луны, не правда ли? Не правда ли потрясающе? Вот это номер. Что это, блядь, такое? Жопонога рук я бы назвал это существо. А тут ёбаная, блядь, да пошел нахуй, ублюдок, сука, отпусти меня, педрила. Блять, это пародия на бегемота, нахуй. Блять, это пиздец как. Пиздец. Навозные пироги с них падают. Сразу появился смысл их убивать, да, блять, потому что, ну, навозные пироги — это, блять, мой любимый лут. Нихуя ты, Вандам. Ничего. Блять, пидораска, ёбаный враг. Кто это сделал? Сука, какой мудак, блять. Да ты охуел, что ли? Еще и ты здесь, да? Естественно, таргет, блядь, с нее спал, когда она взлетела. Трудно же его удержать-то, блядь. Моб вверх поднялся, нихуя себе. Вот это, блядь, сломал систему. Блядь, как она сюда-то нахуй пролезла? Я ебал, блядь. Пиздец, что она крышу сломала, что ли? Что здесь написано? Прыжок и тогда секрет, да, прыжок и тогда вы сдохнете.
А, друзей, у нас секретов нет. Нате нахуй секрет. Вот и слушай всяких пидорасов. Пошла ты в жопу. Да что за хуйня? Блять, да ебать тебя в нос. Да сука, заебала, блять. Да бей ее нахуй, заебанец, сука, криворукий, блять, хуесос. Да сколько нахуй можно-то, блять, с ней дрочить тут, блять. Пидорас, блять, сука, беспомощный, нахуй. А это посередине оборачивается, смотрит на них такая. Ты справишься? Он говорит, да, блядь. Блядь, а если бы я уебал по мимику стрелой, он бы их всех не захуячил часом через... Тише, тише, Ван Дам. Хы. Бабуськи. Блядь, ну говно ебаное. Ну такая... Ну так можно было классно здесь сделать, блядь. Я начинаю думать уже, что... То, что, блядь, скелеты нападали на того демона, это баг какой-то, блядь. Ну иди ты нахуй, заебал, блядь. Давай, гигант Йорм, рви меня на части. Это гигант Йорм. Фу, нахуй. Да, ну, блядь, гигант Йорм это большое наебалово на самом деле, потому что на... В трейлере он был, блядь, просто с небоскреб ростом, а на деле оказался не такой большой. Чаша клятв. О, блядь, а нахуй я нажал на это? Блядь, 34 тысячи душ у меня. Нахуй надо. Надо косточку юзать и бежать, пизду. 130 душ. Тысяч. Она хотела, я принес. Мне кажется, что за такие средства черную метку она должна высосать мне через член просто. Ну, я не знаю, это, бля, я 5 левелов бы сейчас поднял. Ну, давайте посмотрим на эту волшебную процедуру. Да, это был великий фокус. Как заставить исчезнуть 130 тысяч душ? Да пизду, ты охуела, что ли? Да могу, блядь, просто ебать копать, на. Вообще нет. Это что за хуйня еще? Здравствуйте, пидорастуйте, нихуя себе, блядь. Не дохуя нас носит, э. Да нахуя, какие кувырки, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ёшечки, блядь. А это что за хуйня? Два, блядь. Вот одного мало было. Опа, на нахуй. Хачатурян танцы саблями, блядь. Ну ты долбоёб. Ты чё и нахуй гол между ног забиваешь? Или, блядь, мы дамаг начнем наносить? Ёб твою мамку. Сучка, что же она, блядь, тебя нахуй не учила гранаты-то кидать? Меня вот сразу, блядь. Дистанцию, 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 блядь. Америка, блядь. Пакистан. О, ебать. Этого не может быть. Перерывчик должен быть, сука. О, блядь. Опа, нахуй. Очкую я чё-то к ней подходить, ребята, блядь. Граната пошла, блядь. Граната пришла, нахуй. Нахуй пляжные сезоны. Фу, блядь. У меня, нахуй, геймпад мокрый уже, блядь. Вообще. Граната последняя пошла. Ножи. Первый. Блять. Вот это хуёво. Ой, хуёво. Ой, мне поплохело что-то, блять. Приболел, главный герой приболел, блять. Ну, пиздец. Чё за руки такие длинные тут, а? Бабушка, а бабушка, нахуй такие длинные руки? А это чтоб тебя лучше пиздить. Сказала бабушка красной шапочки. Первый. Второй. В очко я как в мишень, блядь. Нахуй, закидал, блядь. Пошла в пиздень. Не знаю, как по науке убивать этого моба. Забрасывать, по-моему, самое элементарное говно. Тем более у меня этих ножей, пока я по тюрьме, блядь, бегал, накопился. Просто ссаный веер. Подожди, чего? Какую метку? А, у вас нет темной метки. Фу. Я думал, сейчас еще скажет 150, приноси, блядь. Остатки метки снимать будем. Дамочка, я тут вашу меточку снял. Вы не... Блядь, какой у нее сет классный, черный. Ладно, мы больше не друзья с тобой, походу. Нахуй ты тогда нужна мне? Вот так я и разжился шматьем. Так, подождите, шматьем разжился. А дальше-то куда идти? Охуеть, вот это вообще самое нелепое, что я видел. Я бы в жизни такого помощника не призвал. Что-то я ему, блядь, не доверяю. Смотрите, какой рыцарь сидит, бравый. А это что за кочерга там ходит? Смотрите, это могила.
Я пришел к товарищу память почтить. Ты чё, блядь, сука, сразу нахуй? А поздороваться-то, блядь, чё, не надо, что ли? Говно, блядь, обоссанное. Хуяк? Чё, блядь, не ждал, что ли? Думал, я не умею, мне просто впадло. Ну ты уёбок, блядь. Ебать, дремать, да иди ты нахуй. Пидорас, блядь, а? Ну ёбаный нахуй, блядь, сука, это переключение, сука, с этими бомбами, хуёмбами, блядь, аптечки, хуечки, хули, блядь, всё на одну кнопку-то, блядь, а? Ну гандон, блядь, выебу сейчас нахуй, пиздец тебе, блядь, сука, выбесил, мудила, пидорас, блядь, сука, нахуй. Вот уебан, блядь, пиздец тебе, нахуй, крыса ебаная, блядь, уголь сжёг мне, гандон, сука, убью, нахуй, пиздец, блядь. Да быстрее, пиздец, нахуй, блядь. Разъебу, нахуй, всю эту, блядь, клоаку, сука, пидорскую. Нахуй, на, поеблин, въеблицо-то, блядь. Да, парирование, блядь, просто, нахуй, выбор королей. Ладно, хуйня полная. С двуручником нехуй ловить против этой мрази. Блядь, такой, сука, ненавижу, нахуй, ёбков со щитами. Блядь, аж бесит, нахуй. Пизду, это говно, нахуй, двуручное. Вообще не ебу. Нахуй он нужен в этой игре. Этот меч, блядь, пиздец просто. Он по дамагу вообще сосет, по-моему. Нихуя не оправдывается двуручный. Ну, в две руки, если взять, блядь, то нахуй пизды получу два раза быстрее, блядь. Я знаю, о чем тут некоторые советчики пишут. Двуручное оружие двумя руками надо держать. Хуй свой, блядь, двумя руками иди держи, блядь. Блядь, сдохни ты по-быстрому, ёб твою мать. Ай, нахуй, блядь, пизду. Да-да, разогнался, блядь, нахуй, пошел. Отведай. Ты что делаешь-то? Я здесь. Он затупка включил, да? Нахуй пошел, сука. Все. Блядь, ты чё нахуй, петух, блядь? Чё за удары такие, блядь? Сосан-то, ёпта, гнида, сука, подзаборная мразь. Чего, блядь, какой нахуй осколок титанита, блядь? За говно за это, ссаная, блядь. Нахуй, ну-ка раздвинул, блядь, свои, нахуй, ягодички, блядь. Сейчас тебе пиздец, нахуй. Вот черт, сука, задроченный. Привет, блядь. Пробитое очко. Какая душа, меч мне дали, блядь, блядь, вот этот быстро. Ссал я нахер, что за лут такой? Я тут бился, блядь, с этим. Как лев, нахер, чтобы мне говно какое-то сунули. Осколок титанита, блядь. Говноеды вонючие. Лифт какой-то, блядь. Там лифт, тут лифт. Чё за гов... Какое нахер? Ебать. Лифт в бездну пока еще не достроен. Чё еще тут есть? Бля, я вообще зол. Просто выбесил, ублюдок. Босса, блядь, убил, нахуй. С первой попытки пидорас какой-то, блядь, меня уделал. Ёб твою мать, а. Все, обосрал всю запись. Блядь, опять эти рыцари Лотрика. Это чё за... Опять этот хуйло здесь, а? Слышь, гражданин, ёпта, со своим копьем, вы тут нахер ничего не поп... Может, блядь, надо было кучу рыцарей боссом здесь сделать, а не одну эту овцу. Я сейчас тоже фантома позову, мы вас вдвоем также будем пиздить, блядь. Посмотрим, что вы тогда скажете, блядь. Умники хуевы, блядь. Большой осколок, уголь. Большой осколок. Вы чё, блядь, издеваетесь? Бля, я ссал на ваши могилы. Это чё за говно нахер падает? Так, батюшка, ну-ка иди-ка сюда. Ты кому тут, блядь, кастуешь, а? Меня бы лечил, жил бы сейчас припеваючи. Говно вонючее. Ну-ка, блядь, пойдем, тебя с лестницы еще спущу. Пойдем, пойдем, давай-ка колобочком. Время пришло. Суп? Какой суп? Из рыцарских залуп, конечно. Еще один меч. Опять золотые подсвечники. Все, блядь, церкви отдали. Крестьяне голодают, одна церковь жирует постоянно. На потолке уже пишут, блядь. Совсем вандалы охерели. Для зачаровки оружия. Блядь. Посмотри, прижал, а? Соси ты хуйца, ёпты, говно ссаное. Вы слышите? Что-то, блядь, какие-то звуки отвратительные, как у... в парке юрского периода у маленького тираннозавра, у которого лапка была повреждена, он там также верещал. Это так похоже на ногого... Нет, это на уёбище на какое-то похоже. Вообще говно какое-то. Что-то такое, блядь.
конь какой-то педальный. От Сейрос, блядь. Он и так как будто раненый, держится за печень. Пробухал, наверное. Ебануться. Дай выйти нахуй, я ничего не вижу, заебал, блядь, ебанат. Пизду, как так драться-то? Говно, босс какой-то вообще, блядь, ебанат. Что-то бегает, крутится, блядь, мудит, как хуй. Блядь, драться-то нормально, кто-нибудь будет здесь, нет? Пойдем посмотрим, что, короче, из души этого оцелотчика, блядь, можно выковать. Блядь, это магия, позволяет выдохнуть кристалл. Дыхание ногого сита. Смотрите-ка, я же сразу сказал, что он на ногого сита смахивает. Неужто, блядь, здесь есть перерождение все-таки? Вот эта магия должна быть не выдохнуть кристалл, а вдохнуть кристалл и заторчать. Тогда бы, может, прокачал бы. Путь дракона. Вот этот жест. А, и сет дракона на нем одет. Дайте мне лучше его шмотки. Воу-воу-воу-воу-воу. Смоук, ты полегче. Начинается, нахуй. Гау-гау, блядь. Ты подойдешь за ударом-то, чмо? Пиздец, они нахуй зажимают. Заебись, нахуй, просто. Я вообще нихуя не могу сделать. И щит. И щит, блядь, нихуя их не блочит. Блядь, кто придумал собак в этой игре? Пидорас ты, блядь, чувак. Ну ты и гандон, нахуй. Пиздец, ну нахуй, блядь, вообще ублюдок. Ёбаный в рот, нахуй. Пиздец, они бесят. Заебали, нахуй, мертвого, блядь, заебут. Сука, хуй попадешь, блядь. По очереди просто по КД тебе щит сбивают, нахуй хуярят. Отлично, блядь. Наверное, долго ты этого бомба придумывал, блядь. Сидел, наверное, ночами не спал. Какое бы говно в эту игру ввести, чтобы оно всех заебало просто, нахуй. Собаки, вот, блядь. Собаки охуенно, все любят собак, блядь. Больше собак, блядь, пиздачья игра, да? Что нахуй, хуйня пернатая, блядь. Слава богу, что хоть здесь не стая ебаных собак. Как насчет босса, блядь, собака, нахуй, ее блядская стая. И нахуй, ну тут видно по пятнам крови, что я не один, блядь, в восторге, нахуй, от этих собачек. Ебать, я понял, я узнаю это место, это начало игры. Блядь, а тут и дымную дверь-то не поставили, пиздец. О, чемпион Гундир. В комментах пишут, что бой с этим ушлепком больше на Mortal Kombat похож. Пока, по-моему, все то же самое. А вот теперь что-то новенькое. Глаза загорелись. Пиздец. Ну, он лечиться, походу, вообще не даст. Пиздец. Ох, нихуя. Бомба зашло. Иди нахуй, дебил. Пиздец полный. Нихуя, Ван Дам. Может, его можно вниз как-то спихануть? Там обрыв все-таки будет. Блять, ну пизда, вот я говорю, вот посмотрите, как, блядь, идти к нему, нахуй. Вот эта пидораска, вторая такая же сейчас выскочит. Ты пиздец полный, блядь. Да, чемпион Гундир, блядь. Техники боя, нахуй, у Шань Цунга, наверное, обучался, блядь, в какого-то. Шаукан местный, блядь. Подбросил, пинка дал, что-то. Давай как к обрыву подойдем, блядь. О-о. Я знаю, кто туда полетит сейчас. Нет. Стеночка спасла. А, потому что кто-то, блядь, а меч зачаровать. Да иди нахуй, блядь, сделай одолжение просто, блядь, нахуй, пойди. Вот с такого же разбега, только посильнее разгонись. Охуеть. Охуеть. Гуляй, педрила. У него жизни маловато, он быстр, да, блядь, непривычно быстр. По сравнению с остальными этими хуесосами, он, блядь, просто резок, как диарея. Но здоровья у него вообще нет. Вот то, о чем я говорил, когда я играл в Bloodborne и хуесосил этот Bloodborne, на чем, сука, свет стоит. Что если босс быстрый и пиздец какой домашний, у него не должно быть жизни, как у ебаной Годзиллы. Это я вот про Людвига, блядь, и про вот нахуй вот этого викария. Потому что в Bloodborne просто пиздец, какие боссы живучие, а этого быть не должно. Нихуахуа. А ты еще кто? Дорогу чемпиону. Не подскажешь, как пройти в храм огня? Не подскажешь, почему бэкстабы тебе не пробиваются? А лут где? Не заработал, да?
Блять, ну где бэкстап? Заебанец ты нахуй, а? Кстати, заебанец молодец по-болгарски. Хранительница огня, да? Глаза хранительницы огня, нихуя себе. Так, ну чё, давайте помедитируем. Почему все мои позы, блять, на коленях или лежа? Что это такое? И на ней построен замок. Да-да-да, вот фокус. Раз фокус. Уснул, что ли? Да, смотрите, какое ясное небо. Хорошая локация, нравится. Так, это мой первый лут. Душа усталого бойца. Пиздец. Ну понятно, что есть ковенант ебливый. А, подожди, клинки темной луны, это кто такие? Вот помощник-то мой синенький, блядь. Дрочил пока нахуй я тут. Блять, что у него за меч? Никто меня сваншотил. А он еще и АФКшник. Ну на тогда нахуй, долбоёб, блять. Да иди ты пиздец, ты нахуй откуда вылез-то, блять? Заебал твой кинжал меня, слышь. Блять, пошли нахуй. Кто с фаерболами там? Какой из вас пидорасов, блять? Сука, пасть нахуй, закрой свою фаербольную. Блять, ну пойду в тюрьму. Первая, значит, ржавая золотая монета, блять, в очко разработчику надо ее засунуть, как в автомат, блять, в игральный. Так, чё пишут? Бегство? От кого тут бегать-то? Понял. Блять! Блять! Звони давай нахуй кому-нибудь. Звони охотникам на драконов, блять. О, ёбаная жизнь! Ну как так-то, блять, шмара ебаная? Ну хули, блять, пиздец! Просто, блядь, вот не повезло, и хуй что сделаешь. Сука, этот колокол ебаный привлекает внимание, но на самом деле нихуя с ним не сделать. Блядь, колокол, ебаный колокол, ну кто его там поставил? Нахуй он был, блядь, вообще, вот, сука, мудак конченый. Пошла в жопу, тварь. Задроченная. Соси хуй. Птеродактиль хуй. Иди в пизду, курица, переросток. Да иди ты нахер, ну гандон, а? Сука, леской штопанный. Вот эти подсказки, где замок нарисован, это подсказки от игры, от разработчика. Их не люди оставили. Их не люди оставили, потому что не люди игру делали. Блядь, твой топор сейчас реально в очко тебе засуну. Каменная виверна. Оу, нахуй, а недалеко ли у тебя топор-то? Да ты посмотри, ну как так-то, блядь? Это что за баги, нахуй? Только не говори, что ты сюда жаришь. Мама! Шашлыки из рыцаря отменяются. Во-во-во-во-во, полегче. Тут и так все деревянное, сейчас пожар вспыхнет. Кто опять леса строительные строить будет? На нахуй. Ваншот, блядь. Это босс от разработчика из Gaijin Entertainment по любасу. Давайте сделаем, блядь. Босс здоровый, чтоб, блядь, ты ему хуяк на... И ваншот. Давай. Прикольный босс. Очень нехарактерный для этой игры, я бы сказал. А самое главное, это то, что я же принес хранительницу огня Зенки. Да. Сможешь посмотреть, какой я красавчик. И чего? Ты их оденешь хоть? Дерьмо какое-то. Ух ты, блядь. А вот и сет дракона на ком-то. Отъебашил просто. Чё за хуйня? Опять ты? Бледина какая там нахуй еще, блядь, сука, подпёздывает ему, блядь. Ёбаный чертополоший цирк нахуй, пидорасы. Чё за нахуй? Что это такое? Так, какой гондон их призывает? Вот кто, блядь? Нихуя себе. Блядь, нихуя ты. Сука, я аж обделался маленько. Так, опять это говно. Да и здесь... Ух ты, нихуя! Ололошеньки, блядь! Нет, нахуй! Пидорасы. Понаставили, блядь, говно свое. Это кто такой? Тарзан Королёву потерял, что ли? Чё это такое, блядь? Чё-то даже на Конана немножко похоже, только меч говно. Блядь, только не ты, колобаха, иди ты... Ой, пошла нахуй. Проститутка. Нихуя она мне...
Да вы чё, ебать, охуели, что ли, совсем? Можно как-то, блядь, быстрее ногами-то перебирать, сучёныш, блядь, недоделанный. Заебало всё нахуй же мне. В этой, блядь, локации. Пиздец, какое говно, нахуй. Заебало просто. Ну, серьезно, нахуй. Не пройти, не залезть, постоянно драться с этими, блядь, каменными... Каменным говном, блядь, у которого жизни, как, блядь, хуй знает у чего вообще, блядь. Заебало уже до блевотины, нахуй. Дерьмо, нахуй, не локация. Пиздец, нахуй. Просто, блядь, говнище. Кто нахуй придумал каменных мобов, тот, блядь, в очко ебется по-любому, блядь. Потому что он даже похож на говно на какое-то, нахуй. Серьезно, кусок говна, который поливает огнем. Пиздец, как интересно. Ебать, охуенно. Давай, уебок, блядь. Он его ногой, нахуй, вниз. Хуяришь и все. Петух ебаный, блядь. Хавел, блядь. И он всегда неадекватен, с ним нельзя разговаривать, надо сразу бить. Блять, заебал, ну как он щит успевает убирать? Есть у меня одна мысль, какого хуя он в говно превращаться начал? Не подходи ко мне, я обиделся. Верно, вставай, дай ему пизды. Ко-ко-ко, говорит Хавел. Да ты посмотри, блять, на эту хуйню. Как попало. И прыг-прыг-прыг назад, блядь. Ждем, когда друзья придут, да? Да, сосит. А, тут, наверное, надо в позу сесть. Ебать! В натуре, охуеть. Это больше, чем древний дракон. Ну, допустим, я сяду здесь в эту позу, и что? Опа, мерцающий камень драконьего туловища. Вот это размеры, не то что гигант Йорм. Ну-ка. О боже. О боже. Блять, это архидракон? Это архиглиста какая-то воинственная. Надо вторгаться, блять, к этим, вторгаться к кому-то в таком виде, чтобы, блять, они охуевали просто. Интересно, это удобно целый колокол раскачивать? Не проще было язычок качнуть? Только не говорите, что сейчас вот эта хуйня на скале проснется. Тихо-тихо, я маленький дракончик. Ебать, что случилось нахуй? Ой-ой-ой, чё такое? А вот и местный босс. Верхом на каком-то пеликане прилетел всадник, чьи статуи, собственно, и стояли здесь повсюду. Опа, блядь, да это прямо Зевс какой-то, нахуй, с молниями, ты чё? Я не знаю, какие у меня шансы на победу в этом, блядь, облике дракона, ебать, ебать. Да никаких, походу. Блядь. Ну почему он так быстро головой проводит? Он должен зависнуть перед этим, чтобы я успел подбежать, блядь. Ну, блядь, вообще, пиздец. Сколько у него-то... Сколько... А он как не взлетит, я трачу эстус. То огонь, то ветер, то, блядь, искра в жопу летит. Даже дракон... О! Ну, опа, она! В глаз, смотри, как воткнул. А чё, всё? Да-да-да, смотрите, на нём корона. Ну, пизда, блядь, ещё одна полоска здоровья. Ой, блядь, мамку дел. Страшно, блядь. Блять, нахуй ему дракон, если он и так летает, заебись, на своей залупе. Даже Гарри Поттеру, чтобы летать, была нужна метла. Да ну нахуй вообще, блять, как от него, как с ним драться-то, блять, даже увернуться от него невозможно, блять. Полный пиздец, ну и уёбок. Да-да-да, охуеть, ну и чё это такое, блять. Щит, нахуй, его не блочит, блять, охуенно вообще. Вот это босс, блять, придумали. Увернуться нельзя, блять, щит не помогает. Хе-хе, блять, дерись, да? Хуен придумали, чё, блядь, молодцы. Наверное, все деревни, блядь, этого босса сочиняли, пидораса. Да-да-да-да-да-да, блядь, давно не виделись, давай уже рожай. Кстати, сказали, что с ней надо поговорить, чтобы начался, чтобы секретного босса открыть и печальную концовку. Мир без огня. Ха-ха-ха, да нахуй нужен огонь твой. Пацаны, никто не должен знать. Нельзя еще раз в колокол позвонить, может он улетит нахуй отсюда. Главное... Пиздец, от этого вообще увернуться-то можно? Аж мне кажется ли он ветром стал
Пиздец, ну просто, блядь, пиздец. Ну просто охуеть можно. Я, блядь, в ахуе. Как с ним драться-то? Ну что это за говнище, блядь? Ебать мой хуй, ну. Летает, блядь, с молниями что-то, блядь. Тыкнул нахуй через щит, блядь. Убил в пизду. Ну что за говнище-то, ебать? Пизданулись, что ли, совсем, нахуй? Бладборн, блядь, головного мозга, нахуй. Нахуй эти угли юзать? Они вообще, блядь, не помогают. Он один хуй, по-моему, ваншотит, блядь. Правда, да, блядь. Даже не ваншотит, он лечиться один хуй не дает. Нахуй тогда этот уголь вообще, блядь, обосрался, блядь. Ебанутый, блядь, босс, конечно, пиздец, блядь. Его, наверное, хотели в Bloodborne впаять, блядь, да что-то, наверное, не сложилось, блядь. По сюжету, наверное, не влез. Решили сюда переместить, то уебище ебаное. Ой, иди нахуй, заебал, ну, пиздец. Вот это, блядь, да видели уже 100 раз, нахуй, иди. Я вообще нахуй нихуя не понимаю. Как это, блядь? Просто, блядь, 2 секунды нахуй бой с ним длится. 2 секунды, блядь. За это время даже нахуй понять ничего, блядь, невозможно. Ёб твою мать, блядь. Они чё, ебанутые совсем? Столько здоровья нахуй улетает, блядь. В моменты все, блядь. Да нахуй, по какой нахуй щит? Пошёл ты нахуй, щит, блядь. Вообще тут щит пизду в этом бою не нужен. Он нахуй вообще ничего не решает, блядь. Есть у тебя он, нету, блядь, ему насрать. Ну просто вы, блядь, блядь, вообще нахуй игнорирует пизду. Охуел вообще, блядь, ублюдок. Ура, я ударил его один раз. Я даже нахуй не успеваю кувырок юзануть, блядь, как он меня выхуячивает. Надеюсь, что у него-то хоть фазы нету второй. Ух, ебать. Пиздец. А это что еще такое? Да нахуй иди, блядь, пиздец, ебануться, блядь. Нахуй. Пошла шлюха старая. В воздухе пахнет победой, ребята. В воздухе пахнет победой, сука. Пошел нахер, блядь, соси хуй, старая гнида, блядь. Ну это пиздец, блядь, ребята, я вам скажу. Фу, блядь. Все? Ясный день. Цепь заключенного увеличивает жизнь стыка и физич, но повышает получаемый урене, надо было написать тогда для полного абсурда. Шел нахер со своим топориком отсюда, блядь. Где лес вали? Штаны дезертира. Отличный, отличный лут конца игры. А, я думаю, чьи-то, блядь, шаги я слоновьи слышу. Сука, падла, мразь, говно. Охуенно. Ага, ого, нихуя. Чё это такое? Блять, зачем тебе такой меч здоровый? Не мог что-нибудь поменьше взять? Мягкое желательно, блять. Слышишь, я повелителя драконов. Ох ты, блять, а вот так повелитель драконов не умел. Фу, так, все, надо настроиться на драку с боссом. Там, походу, какой-то дракон. Дракон из веток, веточный дракон. Доспехи драконоборца? Да ладно. Они уже, блядь, без него уже дерутся. Мы уже настолько охренели, да? Без своего владельца внутри доспехи не так сильны, как душа доспехов драконоборца. Не драконоборца самого, а только доспехов душа. Что такое? Обмакнуть в воск голову? Господи, зачем? Вкуснотища, блядь. О, блядь. Ох, блядь, попал. Нихуя себе, нахер ты кастуешь, если ты ножом так бьешь сильно. Да пиздец. Свиток кристаллов. Жопу ему вытру, блядь. Так, нихуя тут читатель такой. Какой-то, блядь, Альбус Дамблдор сидит прям. Опять сикараха. Блядь, найду чьи-то ветки, блядь, тут лазит. Нахуй, убери, блядь, с экрана свою говно, в пизду. Мне похуй, что там, блядь, идиоты. Пиздец, блядь, вот это сделали, нахуй. Ну не, блядь, ну красавцы же, красавцы, блядь. Мои комплименты, блядь, долбоебу, нахуй, японскому, блядь. Который, нахуй, свои надписи, блядь, придумал на весь экран развешивать, блядь, с лутом ебаным. Невыключаемые, причем, вот 2 минуты висит, только потом, блядь, пропадет. Ой, блядь, долбоебы, нахуй. Пиздец, пиздец, ну и говно локация, ебать, какое говно, ну просто говно. Она мне, нахуй, Bloodborne напоминает, это уже достаточно, чтобы я ее, блядь, возненавидел.
И чё, блядь, потому что я за тобой побегу, что ли? Нахуй ты мне обосрался. Блядь, заебало, где уже финальный босс? Пошло, ну нахуй всё. Все эти, блядь, книжки, стенды, блядь, хуйня это со свечкой на голове, блядь. Ну чё за ёб твою мать, ну блядь, а? И что? И где я, блядь? Я даже ходить не могу. Блядь, кнопка посреди лифта, охуенно, блядь. Ух ты, жирная горгулья. Их там аж три. А, крылатый рыцарь. Блять. Да ну тебя в пиздец. Ну ты чё, нахуй, босс, что ли? Ух ты, блять. Сразу двое. Ванор Ландо так два серебряных рыцаря спускались мне очко рвать. Трое? Ну да, как я мог подумать, что у вас будет двое? Ничего ты, подожди, блять. Дай хоть разобраться, что происходит. Соси, нахуй, чмо. А, он теперь его будет на горбу таскать? Охуительно, блядь. На коленях ваша самая поза, блядь, такая. Отсосники. Маги оттуда, а не отсюда, блядь. Вот хитро выебал. Ну, блядь, заебало. Пидорасина. Младшего. Ой, блядь. Нет, суки, блядь, два. Смотри, что делают, а? Пиздец. Пепел повелителя. А, принц Лотрик, это ты и был? Тьфу ты, блядь. Что это такое? О-о-о. Душа пепла. Хуяси. Нихуяси. Нет! А-а-а. Вонзил. Слышишь, блядь? Дрянь ебаная, ты охуел? Ебать, дерьмать. Я, может, что-то не понял. Да. Я думаю, что надо там... А, это солнце светится. Блять, я собрался уже побежать туда, посмотреть, что... Не, блять, иди ты нахуй. Ты охуел, что ли? Две полоски, блять. Ты, блять, вообще, что пиздец? Это скорее с толку сбивает больше, чем, блять. Не могли ему сделать одну, но длинную, блять. Или жизни побольше. Я просто, чё я нахуй, гадать должен, умрет он или нет, блять? А чё за говнище такое? Пидораски, блять. Ну что за хуйня, ёб твою мать. О, вот это в тему. Больше лайков, блядь. Ну иди ты в пизду, ты заебал. Ты за ногу меня не хочешь тогда поймать, блядь, чтобы нахуй нормально все было? А чё ж сейчас-то молния со всех сторон не уебала, когда я отпрыгнул? Знаете, нахуй, еще добивающих ударов. Душа повелителей. То есть все их души сплелись в одну. Он, получается, получил все их способности. Поэтому он, как легион нежити, встал дважды. Ай, красавица, чего не нравится? But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One, hearest thou my voice still? Ничего себе.